Как хорошо гулять среди прохожих и охранять хозяина от кошек, и просто мерить в луже глубину. Я хочу вам показать, дорогие зрители, вот такую вот интересную книжку «Собачка Соня». Автор этой книги Андрей Усачев. Это книжка о маленькой собачке Соне. Иван Иванович ее прозвал не собачка Соня, а королевская дворняжка. Потому что у него фамилия Королев. У собачки Сони происходят всякие какие-то необычные вещи, всякие неожиданные моменты. Там, ну, в общем, всякие приключения. Она такая интересная, яркая. Там много всяких смешных и интересных рассказов. Мой самый любимый рассказ – «Обои». Там, где Иван Иванович, хозяин собачки Сони, задумал ремонт. А собачке Соне совсем не понравились новые обои. И Соня решила эти обои разукрасить. Эта книжка, она очень интересна. Я вам могу показать в ней страницы. Как хорошо гулять среди прохожих и охранять хозяина от кошек. В одном из рассказов Соня потерялась. А что было потом, вы узнаете, прочитав эту книгу. Если вы увидите такую книжку в каком-то магазине, в интернет-магазине или в библиотеке, обязательно ее возьмите. С вами была Алена Хохлова Александровна, группа «Бусинки». Всем пока и до скорых встреч!